Окей, Google. Кто такой Миша Иннер? В источнике Википедии об этом говорится следующее. Мишари или татары Мишари, субэтнос татар Поволжья и Приуралья. Поняли? Экстренное включение. Чуть не просрал ты лофт. Опачки. Кстати, если кто не знает, то орешки переводятся как нац. Нац, покерная терминология, означает абсолютную лучшую возможную руку. Коей на префлопе являются два карманных туза. Но все-таки с этой уже должно получиться, я думаю, да? Тут явно не по говну меня вколили. Валера! 9! Король! Да! Блин, 47 косарей, рот, труба. Спасибо рандомайзеру, спасибо маме, папе. 97 выпало. Единственная проблема, что хоть они и 4 бетятся, по-моему, они не колятся на пуши в таких ситуациях. Типа, играются как такой полублеф, полумерч. 4 бет ббб. Хотя, может, могу ошибаться. Но, по-моему, мелкие пары действительно иногда 4 бет пас играют. Но я не захотел выкидывать в этот раз. Окей, Google. Кто такой Миша Иннер? Согласно источнику Cardmates, Михаил Иннер Пси Шаламов один из самых известных в мире русскоязычных игроков в покер. Огромной популярности он достиг благодаря попаданию в престижную команду Poker Stars Steam Online в январе 2011 года, но и до этого многие знали Иннера. Команду Poker Stars Steam... Poker Stars Steam. Ну я, кстати, хороший амбассадор команды Poker Stars, я считаю. Хорошо старею. Я тебя набью. Я уже договорилась. За тобой еду. Это тебя, похоже. Я был переигран, признаюсь. Ну, блин. Не могу бросить. Как говорится, лучший блокер на флеш — это сам флеш, поэтому... Если тебе предлагают поверить во флеш, а у тебя у самого флеш, то... Я предпочитаю не верить в большинстве случаев. Только если мне не предлагают поверить в стрит флеш, тогда я легко готов к дорной ФД. Похоже? Ну, похоже, брат, скажи честно, похоже ведь? Нет. Да, блин. Сюда, 65 баксов. Еще соточка, хорошо. Чихну сейчас. Ой, вы бы знали, как громко тут было сейчас. Флэт тут кастует, короче. Написал в чат. Айди-ди куди. Нельзя так. Магия у меня Хогвартса. Блин, это же не тупо уж, но... 2-3 разномастные, ёпперс это.
Ну, ты понимаешь, что в коле, ну, у меня все равно тут на это баунти, у меня слишком здорово. Есть, а Диди-Куди не помогло, 300 баксов баунти, изи. Сорян, флат, но сам виноват, что такой баунти набил. Сколько там бунтями уже косарь, ну ничего себе. Ну тут я в коле, похер. Триста семьдесят даже, ё-моё. Изи. Ну и ладно, чё. КГ. Да, обидно, блин, он получил больше 4000. У меня 2700 за второе место. Ну отдавай сюда! Да. Изи кэш-аут. Переедем, может? Красиво. Ну а чё тоже вот они, а? Раздали тузы. Здесь, конечно, барахло лютое происходит. ВСФ-45 у человека. Так чё, глубина такая? И тут очень много факторов, конечно. Блин, во-первых, глубина, а во-вторых, то, что я руку-то андеррепнул свою очень жестко. То есть он не ожидает, что у меня тут король есть, но вряд ли он будет свалять так играть, правильно? Ладно, давайте я сделаю этот пас, потому что я, не знаю, сыкло. Слушай, ну карета надо оплатить, чё уж ты сидишь тут думаешь. Рябина. Рябина, тёмная рябина. У меня не 9-10. Коль. Хорош. Красиво? По чирикам скрыл. Нормально, по чирикам, в принципе, было на чем подумать, потому что по факту в эту линию 9-10 очень неплохо вписывается. Другой вопрос, что блефа не так просто находить. Ну ФД, типа, ну ФД я и на терне могу поставить. Чё за высранный терн-то, ёпрасы-то? Не хочу загадывать, но, возможно, это последняя раздача сессии. Не хочу, но загадываю, да? Четь. Это, кстати, обычный сундук. Так, это у нас за кард матч. Тут $2, да? $5. Ну, сегодня переап идет по сундукам лютый. What? What the fuck? Уже не зря столько гринда выдал. Хотя, конечно, результаты могли быть и получше. Начинали совсем бодренько в этом челлендже. Ну, еще он не закончит октябрь, я еще буду бодаться.